1 июля бассейн «Дельфин» в Видном, а также филиал его, который расположен в поселке Развилка, закрываются на профилактику. Это необходимая для нормальной эксплуатации бассейнов процедура проходит ежегодно и, как правило, приурочена к графику подачи водоснабжения. Отключают воду в районе, и мы в это время проводим профилактические работы, красим, масим, трубы меняем и подготавливаемся к новому учебному году. В поселке Развилка проведут профилактику систем фильтрации и дезинфекции и косметический ремонт помещений. В Видном запланированы более масштабные работы. В частности, планируется замена части труб в системе водоснабжения. Все работы будут проводиться без привлечения сторонних организаций. Тренажерные залы надо освежить, и теннисный корт надо освежить. Все это надо привести в порядок. А приводим это мы собственными средствами, своими руками. Мы сами, все те, кто здесь работает. И тем самым мы экономим. В поселке Развилка обновленный бассейн откроется уже 1 августа. В Видном планируется открыть заведение к началу нового учебного года.